Привет! Сегодня я буду делать торт без выпечки. Этот торт сделать легко и просто, за 10 минут. Для этого мне понадобится растопленный шоколад, печенье и пудинг. Как сделать пудинг, у меня есть ссылочка внизу под видео. Я готовила пудинг вот в таких чашечках. Пудинг очень вкусный и готовится легко и просто. Давайте начнем. Первый слой делаем из пудинга. Второе. Теперь берем шоколад и сверху чуть-чуть покапаем. Третье. Ставим сверху печенье. Вот так дальше продолжаем делать слои. Последний слой я сделала пудингом. Сверху покрыла шоколадом и посыпала печеньем. Торт готов. Теперь поставим в холодильник на 3 часа, чтобы торт пропитался. Мой торт готов. Теперь я немного попробую. Очень нежный вкус. Мне нравится. Готовьте дома, ведь это так легко и просто. Всем пока!